Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить Tomb Raider. Нам надо через мост перебраться. Лара, они у меня на мушке. Хорошо. Замечательно. Очень просто. Давай, забираемся. Так. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим, не переживай. С нами Императрица Солнца. А вдруг Императрица Солнца на стороне этой девки? О, глюк, а. Нифига тут глюк, он же провалился. Опа, а? Давай, давай, Клара. Стой, не двигайся, ты они тебя заметят, тебе? Жди. Я его не вижу. Пошла. Полетел. О, окей. Опа. Стой, подожди, еще не время. Подожди, подожди! Да жду, жду, жду я. Убей его, а. Лара, все в порядке. Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, берегись! Я не чувствую! Сдавайся! Давай, давай, держись, держись, держись. Давай, давай. Собираемся. Да, понял. Да-да, бегу, бегу. Это жестоко вообще просто. Ну давай, беги. Встал. И вот сюда. Давай-давай. И что это такое было? Рано прыгнул, что ли? Ладно, первая смерть. Это серия. Лара, их слишком много! Уходи отсюда! Опа. Что-то я не понял, вторая смерть. Что-то я не понял, почему не напрыгивает меня? Я же нажимаю на него. Лара, их слишком много! Уходи отсюда! Давай, давай, давай. Да фиг тебе прыгаешь здесь, а? Молодец. Вообще замечательно. Да. Я иду туда. Ты уверена, Лара? Я их вытащу и вернусь. Даю слово. Погнали через город. Давай, давай, давай. Давай, иди, иди, иди. Помоемся. Ловушка. Возьмем обязательно ловушку. Солнца! Она не зря привела нас сюда!
Я знаю, что вам нужна свобода. Я знаю, что вы мечтаете покинуть это место. Но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Ты убила нашего брата. Теперь я убью тебя. Это тебе со Владимира. Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Мимико! Говори с нами, платье своим! Прости меня! Посмотри на меня! Посмотри, слышишь? Она! Это она! Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. Шаман, что это называется? Кто его знает. Ну, кровище просто, океан. Тут миллион людей погибло. Что у нас? У нас вон ничего нету, кроме стрел. 5 штук. Так. Не то. Да, вот это поджечь, чтобы детальки получить. Я тут нажал. Потуши это. Ничего, лагерь. Этот остров — настоящая психбольница. Матиас уверен, что всех тут удерживает дух Пимика. Это невозможно. Просто невероятно. Но в своем безумии он зашел так далеко, что уже неизвестно, насколько он безумен. Вертолет не годится для бегства. Ты это знаешь, Лара, точно знаешь. Надо предупредить остальных. Если мы им воспользуемся, то погибнем. Понятно все. Давайте еще послушаем, что-то есть. Всем новым братьям.
Так им свою работу определяют. Ну, они что, вкалывают? Пока Матиас доказуху на свою, типа, духовную связь с императрицей предъявляет, они верятся и не рыпаются. Вот прием в братство, это да, штука жесткая. Там такая фишка, он как говорит, пока в человеке не истребить все человеческое, он бесчеловечным не станет. Вот мы отправляем новичков в пещеры голодать там, сражаться. Когда на несколько дней, когда на несколько недель. Кто уцелел, добро, как говорится, к нам пожаловать. И вообще, если честно, вот я и сейчас догнать не могу, к какой такой силе Матиас подсосался. Да и гори оно. Нам никогда с этого острова отмороженного не свалить, мы тут как в аду. Хотя мы такое творили, кто знает, может, мы уже реальны в аду. Да. Это да, здесь ад человеческий. Так, стрел берем. Там мы были, идем дальше. Я помыться бы, ё-мой, почистить себе. А то мы там ничего не сделали. Стойте! Что вы от меня хотите? Не надо! Да не дергайся ты! И молись, чтобы быстро убили. Ох, боже! А, нет! Это ужасно! Лучше не долго бы не съели, так не понимаю. Я сейчас двигаться, двигаться. Я. Опа, исчез. Очуметь, вот это да. Вот это колдовство. Зал исчез. Там же пятеро было, один исчез. Я знаю. Попадемся. Это мое! Нет! Отпусти! Ну, еще раз подкинул его. Больше тут не хочу оставаться я. Никого не дает. Откуда все бегают они? Уходим отсюда быстро. Банит у дурдома. Нечестивцы подожгут это дерьмо! Черт, ладно. Ненавижу эту дыру. Так, я пойду проверю, а ты побудь здесь. Спасибо, брат. Иди проверяй. Третья смерть. Отсюда, ну ладно, это замечательно. Еще на воздух не взлетело. Может, такая сорвала тот клапан ямит? Если это клапан, можешь оставить в следующей смене. Эй, не задерживайся там. Я хочу доиграть. Да. А если нечестивцы подожгут это дерьмо? Черт, ладно. Ненавижу эту дыру. Так, я пойду проверю, а ты побудь здесь. Спасибо, брат.
Да иди в пень. Эй, смотри, осторожно там. Расслабься, все равно проиграл. Ах, черт, только не это. Так-так. Алиша, милая, не хотела я этого писать, но может так получиться, что другой возможности вот это с тобой да. У меня не будет. Вот это расклад. Мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Все будет. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я очень тебя люблю. Все будет жопа. Уходим. Жопа отсутствует. Они просто берутся ниоткуда, эти уроды. Вот это да. Давай, только перезаряд на них. Ай, блин. А. Нет, отсюда никого нету. Сжигалка. А, сгорит, надо падать. Там сгорел. Да, книжку подошел почитать, блин. Офигеть просто. Просто супер. Я не ожидал просто от этого всего. Так, лагерь мне нафиг не нужен. Какой-то что-то есть. Похоже, начало 18 века. Веера из черного шелка – это атрибут погребальных церемоний высшей знати. Понятно. Опа. Детали. Ну что ж, это все. Там ничего наверху нет. Совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Может, свалим? Нет, нужно убедиться. Обыщем яму. Эй, что тут у вас? Эй, нас послал Николай. Он нам приказал. Вернее, охранники передали. Мы лично его не видели. Все, все сдохли. Что за ничего? Все сдохли. Все сдохли. Это замечательно. А все-таки типа, нечего тут вот это подбирать. Я понял. Да никак. Не, надо все-таки обыскать их. Только я вижу три трупа. Ой, два трупа. Где еще один труп? Палки? Ты утроишь здесь. Ну, да знаю. Да. Может вздохнуть от этого фига не помню. Понятно. Здесь не пройти, а здесь можно пройти. Давай. Красиво обязательно берем. Давай. Склоняются пред тобой. Голосом мы славим тебя. Сердцем мы почитаем тебя.
огнем из себя с тобой. Опа. Ты наше солнце. Я на всякий случай сохранюсь. Так. Смотрите. Давайте вот сюда. Сохраняем. Хорошо. Ты наш свет. Ты их детей. Ты не забудь. Вообще нормально. А я чё не сдох нафиг? Что за? Сдох. Всё? Хоть такой толпы я не выдержал бы. Нифига бы. Берем. Тебе берем. Так, тут ничего нету. Там проход какой-то есть. Вот что такое. Опа-на. Посмотрим, что тут. Веер для особого случая. Возможно, свадебный. На вид ему не дашь больше пары лет. Ты ничего нахуй. Так. О, нифига уже ресурсов тут у нас. Сейчас замечательно. Так. Так, тут. Помню у нас. Тут я вижу ничего. А, вот этого я забыл. Что-то все трясется, не помню. У нас только они стрелы, да? 40. А тут чё? Чё-то я не понимаю всего этого. Так, тайник нашли. Мне надо сюда, да? Что он дает, я не знаю. Раз открываю я. Вот сюда, да? Чуть подальше. Нифига волнуется сюда. Вообще нельзя ничего пользоваться. Давай, давай, сукин ты сын. Когда я выберусь отсюда, я засуну твои стрелы тебе в задницу. Ха-ха, бойкая бабёнка. Эй, не доставай их. Мы тут на службе. Чёртов идиот. Клетка — это уже перебор. Перестраховываются с тех пор, как сбежал старика. Эти новые сплошной геморрой. Отправить бы их к Они. Ну, и что теперь будет? Императрица. Она наконец уведет нас отсюда. Значит, правда? Она существует? Да. И нас ничто не остановит. Даже не верится. Я столько ждал. Теперь все изменится, брат. Вот увидишь. Понятно. Так, Павла сюда идет. Павла сюда идет. Давай, иди отсюда. Ты попробуй вот это завалить. А что, замуровал, что ли, все здесь не сделался? И вот взрывов даже не почувствовали. Ну, удаяйте. Блин, этот падла стоит здесь рядом.
Как ты сюда пробралась? Мне помогли. Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Так, внимание! Вместе! Бесполезно, Рэй. Так. Готовы? Пришел! Фигня. Проклятие! Лара, здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговоры о Духе Солнца. Императрица Солнца, владычица Яматая. Да ты шутишь. Это... считаешь, это Яматай? Да. Похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Все же нашли это место. Не то, что мы ожидали, да? Недооценка года. Ну, посмотрим, что будет, если я так сделаю. Местный вождь считает ее ключом. Прекрасно. Тут есть свой Чарльз Мэтт. Его зовут Марк. Получилось! Держится. Пол уже ходуном ходит. Не думай об этом, Лара. Просто вытащи нас. Отлично! Как это сделать так? Я прямо на ними стою. Сюда что забираться? Нет. Что-то непонятное не могу понять. Говорю, что-то не то. Надо вот это вот. Штолкнуть ее как-то надо. Надо забраться наверх. Прыгай! Мы не будем раскачивать! Обратно. Да, супер. Какая-то смерть уже у меня. Как обратно-то, я не понял. Скорее, Лара! Что бы ты делал? Давай быстрее! Лара, шевели задницей! Вытащи нас!
спасатели! Итак, готовы? Раскачивай! Вес на одну сторону! По моему счету! Раз, два, три! Качай! Еще! Смогу туда прыгнуть. Не получится. Сильно не раскачать. Это я знаю. Мне как-то надо. Я говорю, сразу я погибаю. Надо продумать, как здесь мне выбраться. Ну же, по-моему, туда надо, да? Или нет? Да ты ладно, это понятное дело. Я так это думаю, что делать-то надо. Смотрите, с той стороны дневной свет. Вдруг это выход. Если раскачаем редко... Я не беру это. Еще одна смерть. Короче, тут будет множество смертей, множество унижений. Я просто не понимаю, что тут делать надо. Как мне здесь? Да, отсюда я себя прыгну. Я не прыгну, даже не поймал меня. Не поймал бы меня хоть, а. За ручку, как тут, как ты. Да я. Короче, фиг знает, что делать. Но тут я точно не доберусь. Да. Есть шанс. Есть шанс. Это точно опасно. Понятно, мало. Так делать, спасать их шкуру. А сами здесь останемся. Этого мало, Лара! Чумал. Успели они. Вообще замечательно. Я думаю, на этом закончим. Я сохраняюсь на новую ячейку. Мы успеем еще пройти. Всем удачного дня, всем пока. Продолжение следует.